Детский сад, половина восьмого утра. Мамы и папы спешат завести своих чад воспитателям. Идеальные условия для проверки родительской сознательности. А она, как выяснилось, у некоторых хромает. Здравствуйте. А почему вы детей без кресел перевозите? Водитель иномарки Василий признается, живет в соседнем дворе. Кресла для детей есть, но поставить их, чтобы просто подбросить ребенка до садика, нужным не счел. 10 минут посадить их в кресло, пристегнуть, я не знаю, 10 минут тут отстегнуть их, пути 2-4 минуты, 2 минуты ехать сюда. Ну смысл это? А вот Татьяна Поднебесного, многодетная мама, знает толк в безопасной перевозке детей. Из распахнувшейся двери автомобиля это на человека в форме с интересом взглянули трое ребятишек. И все в креслах? Все в креслах. Мама великолепной троицы говорит, что пристегивает детей всегда, вне зависимости от длины маршрута и настроения маленьких детсадовцев. Маленькие были, конечно, хлопотно, потому что не всегда детям нравится пристегиваться в автокреслах, потому что сковывает их движение, а хочется, конечно, в машине лазить и играть. А сейчас уже возраст у нас побольше, и они сами с удовольствием уже знают, что это надо делать, и особенно на дороге, когда едут и видят дядю-милиционера или ГАИ, они всегда знают, смотрят и говорят, мы пристегнуты. 5 экипажей ГИБДД дежурили у детских садов все утро. Рейд правоохранителей показал, в абсолютном большинстве барнаульские родители возят детей правильно. В автокреслах и с помощью специальных удерживающих устройств. Автоинспекторам хочется верить, что повлиял на сознательность горожан не солидный штраф в 3000 рублей, а мысли о безопасности детей. Ведь без автокресла ребенок может получить травму даже после небольшого торможения автомобиля. Алексей Янкин, Александр Морозов, информационный канал «Город».